Всем привет! Сегодня 16 сентября, и мы немножко привыкаем к нашему цвету, на который мы не рассчитывали. И сегодня нам привезли кровать. Кровать нам Руслана обошлась в 22 где-то тысячи рублей, 18 стоила сама кровать. Это, кстати, дерево, бук, два ящика здесь есть выкатных. Такие вот спинки, это диван, кровать-софа, наверное. И вот такой вот матрас стоил 3,5. Можно было бы, конечно, взять какой-то более твердый матрас, который стоит 8,5, но пока у нас как бы бюджет ограничен, поэтому, думаю, на первое время пойдет такой матрас. Сейчас Леша будет собирать, и также сегодня приехал наш смеситель, который обещали за 4 дня доставить, в итоге доставляли где-то дней 10. Сегодня все будем купаться, банный день у нас будет. В общем, оставайтесь со мной. А вот, девчонки, наш смеситель. Пришлось брать дороже, стоил он 8 тысяч. Вот, надеюсь, что с ним ничего уже не случится. Потом нужно будет все аксессуары тоже брать в этом цвете. Как видите, у нас здесь еще нет смесителя на мойке. Также нужно будет взять такие есть крючки для полотенец в этом цвете. В этом же цвете нужно будет взять бра, зеркало, ну, как бы рамка от зеркала тоже в таком цвете под бронзу. И мы попадаем с этим цветом в копейку, если можно так выразиться, за счет полотенцесушителя. Потому что полотенцесушители в таком цвете стоят где-то от 11 до 20 тысяч. В общем, все аксессуары под бронзу стоят недешево. Даже элементарно пробку вот эту, да, для ванны. И вот сами вот эти вот штучки под бронзу тоже стоят 3 с чем-то. И также надо еще нам гигиенический душ ставить. Он тоже стоит где-то 2,5, около 3 тысяч. В то время как, например, хром, он стоит гораздо дешевле. Руслан соскучился по своим игрушкам. Спустя полгода открыли коробки. Он такой: о, сколько у меня, оказывается, игрушек. Да, такое приятная неожиданность. Да? Вот, девчонки, какая классная кровать-софа получилась. Есть глубокие ящики. Такой вот высокий матрас. И сейчас вот будем полочки организовывать. Разбираем коробки, книги. Такое. Сегодня уже суббота. Лисюня только что покушала пюрешечку кабачок яблоко. Первый раз попробовала такое, ей понравилось. Вроде как. Я сейчас вам покажу, как я вчера тут все разложила. Столешница у нас пока завалена, потому что обои, вот они внизу. Здесь тоже нужно экранчик покупать, чтобы скрыть радиатор. А вот Алисина местечко. Здесь, правда, Алисиных вещей еще нет, потому что она еще не обзавелась. Там только такие самые-самые детские книжки я убрала, которые будут актуальны, наверное, с годика. Здесь еще Руслана настольные игры. Ну, вот здесь немножко я украсила. Кстати, в Инстаграм девочки написали, что смотрятся эти бабочки как жуки. Наверное, вы правы, лучше их все-таки убрать. Комод пока у нас останется до тех пор, пока мы не приобретем новый. Просто до комода еще время не скоро дойдет. И комод я хочу обклеить вот такой бумагой. Вот она, цветочек. И также мы хотим перекрасить кроватку в белый цвет. Правда, не знаем, как это сделать, потому что акриловая краска воняет. Может быть, есть какая-то не вонючая акриловая краска. Но когда мы просто красили вон тот маленький столик, ну, запах такой краски очень сильный. Кукла здесь поселилась, фарфор. Причем, когда я ее покупала, я почему-то была убеждена, что у меня будет два сына. И я такая думаю, ну, мало ли что, вдруг дочка будет. Да, и получилось, что вторая у нас доченька. У Руслана очень много настольных игр, и получается, что их нужно сложить только вот так вот стопочкой, ну, либо как-то вот так вот оригинальной стопочкой. И все это смотрится так
тот же аляписто, как в магазине, получается. Алис, что там? Я хочу сходить, здесь есть в нашем районе магазин Икея, ну через посредников, и посмотреть у них какие-нибудь коробки однотонные. Ну что, девчонки, я наконец-то пробую снимать на новом фоне. И надеюсь, что картинка отныне будет более светлой, более приятной для глаз. Я тут, кстати, разложила парфюмы, потому что обещала вам, я знаю, видео о парфюмерии. Поэтому, если у меня хватит сил, то я сейчас, если никто не будет там шуршать на заднем фоне, то я постараюсь отснять этой ночью, а сейчас уже ночь, видео о парфюмах. Я сегодня даже накрасилась, как видите. Я давно уже не делала такой макияж. По-моему, последний раз я так красилась, когда была беременной. Это полгода прошло. Ничего себе. Да, потому что, ну, здесь куда мне краситься? На площадку с ребенком? В ближайший магазин за памперсами? Нет, не вариант. И только за какими-то покупками в ремонте. Но, знаете, мы так собираемся быстро, что и спонтанно, что на макияж вообще там 5 минут нужно, и все, не успеваем больше. Что же самое интересное, это то, что по закону подлости мне сейчас приходит множество интересных приглашений. Никс 2 раза приглашал меня, я знаю, многие девочки наши ходили на открытие или на презентацию какой-то новинок от Никс. Также приглашала меня компания Pampers в Германию, мне пришлось отказаться. Я тоже знаю, что кто-то из девочек едет. И вот на днях мне пришло приглашение в Москву посетить Центр семейного образования. Кстати, это первый единственный научный центр, сертифицированный American College Sexologist. Я надеюсь, что я правильно произнесла это. Пригласили посетить любой их семинар. Кстати, там множество семинаров различных и о семье, и о взаимоотношениях, и о женственности, о женском здоровье. Я думаю, что некоторые из вас могли у других девочек видеть во влогах, ну и вообще в каких-то обсуждениях этот центр. Я, кстати, залезла на сайт, да, мне тоже кинули ссылку, чтобы я посмотрела, потому что когда я сказала, что простите, извините, у меня маленький грудной ребенок 5-месячный, мне сказали, что ты можешь зайти на сайт и посмотреть наши семинары онлайн. И что хорошо, там очень много бесплатных семинаров, потому что раньше я относилась вообще к таким вот мероприятиям очень подозрительно, да, когда тебе говорят заплати, и мы там тебе что-то расскажем. Здесь нет, ты можешь зайти и посмотреть кучу бесплатных семинаров. И если тебе действительно что-то заинтересует, там что-то тебя зацепит, ты увидишь, что действительно там работают квалифицированные сексологи и психологи, и ты захочешь с ними пообщаться даже индивидуально, там есть такая услуга, то уже как бы ты сам можешь решать. А так, пожалуйста, смотри бесплатные тренинги, семинары. Что еще очень классно, я узнала, что этот центр каждый месяц организует какие-то мероприятия бесплатные, где просто можно общаться, проводить хорошо время, типа День красоты, вот что-то в этом роде. И такие мероприятия регулярно проводятся и абсолютно бесплатно. И еще один, кстати, такой пунктик в копилку доверия к этому центру, это то, что они сотрудничают с фондом взаимопомощи «Живой». Кстати говоря, семинары можно прослушать из любой точки мира, это тоже большой плюс. И у меня сейчас просто какая-то катастрофа со свободным временем, но я думаю, что обязательно выкрою для себя время, чтобы посмотреть парочку семинаров, может быть, о женском здоровье, потому что девочки об этом семинаре много рассказывали. Также мне интересно было бы посетить семинар, посвященный голосу, да, это направление женственности, голосу и танцам. В общем, ссылка на сайт и все координаты будут в инфоблоге. Если вас что-то заинтересовало, то заглядывайте. Девчонки, я также буду очень вам благодарна, если вы мне отпишетесь в комментариях вообще, как вы относитесь к различным семинарам, тренингам, с подозрением, либо же наоборот положительно, либо вообще просто равнодушно. На этом эту тему закрываю и, наверное, сейчас буду снимать видео о парфюмах, потому что силы еще есть. Мы собираемся сейчас играть в настольную игру «Барабашки». Это очень интересная игра, девчонки. Если найдете вот такую настольную игру, покупайте, не пожалеют ваши детки. Очень веселая она. У нас здесь несколько инструкция предметов. Это мышка серенькая, зеленая бутылка деревянная. Это все деревянное. Красный стульчик, синяя книжка и само
такое привидение. Это барбашка. В общем, это игра на реакцию. Это барбашка белая. На сообразительность, на быструю реакцию. Мама, это барбашка. То есть, если нам попадается на карточке предмет, который есть правильный, например, белая барбашка. Есть такой предмет? Ну, значит, мы хватаем белую барабашку. А если, например, нам вот такая карточка... Да подожди, Руслан, ну я же рассказываю. А если вот такая карточка, например, серое кресло и белая книга. У нас нет ни серого кресла, ни белой книги, значит, нужно брать предмет, который другого цвета, и, то есть ни кресло, ни книгу, и другого цвета. Значит, берем серую мышку, нет, не серую мышку, значит, берем зеленую бутылку, да, или все, да, зеленую бутылку. На старт, внимание, поехали. Нет, нет, белая барабашка, белая барабашка, белая барабашка. Вот, смотрите, красная бутылка, синяя мышка. Такого нету, ни синей мышки, ни красной бутылки. Значит, берем третий предмет другого цвета, которого нет здесь. Это белая барабашка. Я забираю карточку. Я должен был. Красное кресло, би-би-би. Мама, все-таки надо было оставить карточки не вот так. А какая разница? Вот так, какая чтобы разница? Ближе, я ничего не делаю. Хорошо, делаю. Вот. Да серая ёлки, мышка, пап. Серая мышка, серая мышка. Я самая умная в семье. Хорошо. Все, игра закончена. Руслан начался приступ. Приступ балования. Берем все подряд. Руслан, просто хватай все время белую барабашку. Нет, нет, это получится. Победила мама. Посмотрите, сколько у меня карточек. Да у меня полно. Ну, почти вся пачка. Да ты у нас всех обыграла. Сегодня воскресенье. И, наконец-то, наша кухня теперь стала по чуть-чуть преображаться. Леша занят укладкой фартука. Правильно я говорю? Мы вот такие вот купили плиточки под кирпичик. Правда, я хотела, чтобы они были покороче. Но в магазинах только такое. Их сажают на силикон. Вчера прогрунтовали эту стенку. А я в это время отодвинула Лисюню немножко. И занимаюсь переделкой комода. Как и говорила, я хочу его обклеить. И заснимаю. Боже, я вообще русский язык забыла. Девчонки, что могу сказать? Получился полный облом. Во-первых, оказалось, что рулоны отличаются. Это было незаметно, пока они были упакованы в пленку. И я как-то не обратила сначала внимания, обратила внимание уже, когда поклеила. Средние ящики более бледные. Причем, что второй ящик снизу обклеен два раза. Потому что ящик же сам по себе темный был, и верхний ящик темный был. Тоже обклеила два раза, то есть два слоя такой бумаги. Но вверху получилось нормально, а второй ящик снизу почему-то все равно просвечивает. То есть бумага в одном рулоне, получается, была более тонкой и более бледной, а в другом рулоне более яркой и более плотной. Вот так вот. Ну, на первое время пойдет еще один облом. С фартуком. Этот цвет оказался белый серым подтоном, вот как печка. А у нас кухня такая молочная, такого приятного, красивого белого цвета. И фартук смотрится на этом фоне как-то грязно, да? Ну, вообще не подходит. Не подходит. Теперь я не знаю, что делать. Это были единственные кирпичики. Плитка под кирпичики матовые. Остальные были глянцевые. Обратно купите все.
В общем, сейчас мы будем это снимать, точнее, Леша будет снимать, и будем менять. Да я не знаю, что теперь делать сюда. Можно еще поискать.